О, какая красота. 26 октября 17 год, 16:04 по Киеву. И первый снег в Харькове. Ну ладно, здравствуй, зимушка, зима. Нормально, сколько? 5 минут прошло, господи. Двадцать шестое октября 2017 года, Харьков. 16:36 по Киеву. Вот это первый снежок. Только что пару снежинок падало, ну только что полчаса назад. И на тебе, замело. Пошли, пошли, сына. Ну, вчера тоже что-то срывалось такое, но на землю не падало, даже таяло. Это уже серьезно. Итого у нас последний снег был 19 апреля. Фу. А первый 25 октября. Красота, вперед. Кстати, знакомься, моя баба. А, я понял. Не, ну ты посмотри, как валит снег, а? На зеленых кустиках. На зеленых кустиках били мухи. 19 апреля снегопад и 25 октября снегопад. Нормалек. Все, да я уже видел. О! Вот это да! Так ты посмотришь, а? Попереду встановлені нові дорожні знаки. New Road Signs Ahead. Класно. Вот это да! Вот это нам природа подарила. А ну давай ручку, сынок. Ну красота. Ладно. Хорош, снимай. Красота. Вот это снегопадище. 26 октября. Ух ты, елки. 17 год, Харьков. А мне понравилось вот это. 16:40 по Киеву. Вот это. Вот это я пришел. А ну давай сюда, осторожно.
вернуться можно? О, да тут можно проехаться. Лё! Вот это да! Смотри, не грохни, сына! Вот это... Давай, держи руку. Нормально. Еще раз. Ты смотри, что творится. Вот. На горку так проехаться не получится. Гравитация будет против нас, сынок. А я же прошла, там пройдет, а я снизу. Залепила мне уже весь объектив этими хлопьями. Это же... Опа! Красотень! Так, еще раз. 19 апреля был последний снегопад 2017 года. И 20... Открой глаза, будет лучше. И 26 сегодня октября. 17 год, первый снегопад. Мне снежок в глаза попал. Снежок? Это хорошо. Ой, еще один катамаран. Да стой, сейчас грохнешься, сын. Вот здесь осторожно. Здесь можно не только покататься, но и искупаться. Грохнулся таки, да? Скользкий снег. Скользкий снег. Ой, какой кошмар. Да, давай, валим на Ньютона, как на мертвого. Ньютон фейк! Ньютон фейк! Бедный. Поскорее бы. Стой, 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 стой. Да, красота. Ладно, хватит убивать фотоаппарат. Ой, первый снег всегда красотища. Пошли наверх еще. Погоди, я хочу тут лететь. Все сделай. Сынуль, шире шаг давай. Я иду. Листья зеленые. По первому снежку. А ну-ка, погоди. Да, бедный фотоаппарат. Ну ничего, только из ремонта забрал. Ну давай посмотреть. Погоди. Ничего не видно все равно. Погоди, стой. Да что годить-то? Вот, написано. Давай прочитай. Слезай. Скульптор Гурбанов. Ну чудесно. Ладно, Гурбанов. Вот с натурщиком я бы встретиться не хотел. Ну хорош. Да, у этого Нирбана хорошая фантазия. 26 октября, 17 год, Харьков. Вау, я болею. Нехоженые тропинки, 16:45 по Киеву. Мне нужен хлеб.
Пошли снежную бабу лепить. Погоди, на помощь. Сначала обязательные процедуры со мной. Иду. Ну куда ты швыряешься? Так, маленько хоть снегопад утих. 26 октября, 17 год, Харьков, 16:51 по Киеву. Ну куда ты пошли уже, сына? Вот такой у нас первый снежочек. Пошли! Да. Хо. Смотри, снег на яблоке. Лови! Что такое? Да снег на яблоках, видишь? Снег. У меня на очках снег. Когда тебе еще было лет 30 до рождения, была такая песня. Не, не 30. Меньше лет 20. Яблоки на снегу. А это у нас снег на яблоках. Не, класс. Смотри, зрелые абсолютно яблоки. Я не вижу. Ну а что? Октябрь месяц всего у нас. Чудо. Пошли, чудо-чудо. Ну а температура-то у нас плюс один. Моментально все превращается в слякотень. Так куда ж ты тебя? Ой, ну как все сразу изменилось. Как в другой город попал. Ты не знаешь, кто это город, сын? Какой город, говорю? Сноудания. Сноудания? Сноудания? Ну, сноу, снег. А что дальше? Сноулендия. Сноуленд. Ивушки еще совсем зелененькие. Ивушки последние. Ну да, я сейчас еще раз протру. Уже протери меня. Протереть тебе очки. Ну, держи. На. Лови. Да. А. Давай. Вот такой у нас 25 октября. 26. Фу ты, блин, 26. Первый снег и 9-й супермаркет. Вот, видишь, строится. Ладно, пошли. Давай руку. Давай руку в брюку. Метроном какой-то. Торопыга. Так, ну лады. 26 октября, 17 год, Харьков. Я хочу снег. Что делай? Я хочу убрать весь снег с лавки. С лавки? Ну, убирай давай. Там я снег. Я 16:55 по Киеву.